Грандиозная, фееричная, роскошная. И еще много разных эпитетов можно сказать о премьере на манеже Владивостокского цирка шоу «Бурлеск». Настоящую жемчужину циркового искусства представил заслуженный артист России Гия Эрадзе. Новое, великолепное шоу «Бурлеск» российской государственной цирковой компании и продюсерского центра «Королевский цирк» создано на основе номеров, триумфально победивших на 43-м международном цирковом фестивале в Монако. Шоу чрезмерной роскоши, чрезмерной отваги, красоты, великолепия и, конечно же, великолепных и замечательных трюков. Поэтому сегодня вы можете наблюдать уже самое юное, молодое, пафосное, грандиозное, роскошное шоу под названием «Бурлеск». В течение 3 часов зрители и дети, и взрослые завороженно смотрят на манеж, где царит сказочная, нереальная атмосфера красоты, человеческих возможностей, трогательного юмора, прекрасно поставленных номеров и, конечно же, милого таланта очаровательных животных. Вот так вот зебры, у нас такая прям любовь такая образовалась, и вот они к нам как к своим папам относятся. А они настолько начали доверять, получается, людям, что даже вот мы, не только нам, мы их настолько воспитали, что любой человек зайдет и может их обнять, потрогать, погладить. Мы из города Комсомольска на Амуре. Мы приехали сюда на конкурс и в первый раз пришли в ваш цирк. Прекрасный цирк, очень хороший, вот девчата всем нравится, замечательный. Мы очень рады, и я так думаю, что мы еще не раз его посетим. Особенно зебры. Зебра очень классная, нам понравилось. А мне качели понравились больше. А мне все понравилось. Очень-очень нравится, шикарные костюмы, постановка, музыка. Вообще прям на одном дыхании просидели, очень здорово. На манеж вышли звезды, лучшие артисты Королевского цирка и компании Росгосцирк. Именно в этом шоу представлен и грандиозный номер «Групповая трансформация Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе со всего света. В костюмах и декорациях детально воссозданы фрагменты произведений ювелирного искусства Карла Фаберже. В финале шоу из-под купола цирка льет дождь. В струях воды воздушные гимнасты эффектного номера «Погружаясь в любовь» демонстрируют сложнейшие трюки и вызывают бурные овации публики. Мы работаем без страховки. Это все скользко, вода, риск, и он везде есть. Это же цирк, поэтому в цирке без риска никак. Хочу отметить еще режиссер-постановщик этого номера «Погружаясь в любовь», ваш земляк Евгений Сергеевич Шевцов с Владивостока. С супругой. С Ольгой Полторак. Очень красивые актеры и костюмы, и все так замечательно, феерично. Еще бы побольше таких концертов, спектаклей, ну, очень понравилось. Ну, главное, детям понравилось. Мне понравилось больше всего, что там натренированные всякие животные. Мне понравилось очень больше, что лапы вокруг бегают. Аншлаг и овации, сказочная атмосфера и восторг зрителей. Премьера нового грандиозного шоу «Бурлеск» заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» во Владивостокском цирке состоялась. Шоу продолжится во Владивостоке все лето. Ирина Шилина, Олег Завьялов. Новости на 8.